Храм Покрова на Нерли олицетворяет период расцвета Владимира Суздальского княжества при Андрее Боголюбском. В это время преобразился Владимир, и рядом с ним появилась княжеская резиденция Боголюбова с белокаменными укреплениями, княжеским дворцом и храмом Рождества Богородицы. За 1158-1165 годы строительный артель Андрея Боголюбского создала ряд замечательных белокаменных построек. Его храмостроительная программа сопоставима с деятельностью Ярослава Мудрого, остроившегося Киев веком раньше. Для церкви Покрова было выбрано место чуть более чем в километре от княжеского дворца. При впадении Нерли в Клязьму позднее устье совместилось на юг, оставив после себя старицу. Устье Нерли находилось на пересечении важных торговых речных путей и служило воротами Владимирскую землю. Здесь корабли поворачивали к княжеским резиденциям, отсюда разворачивались панорамы Голюбовского княжеским дворцом. Спасибо за внимание. Продолжаем просмотр. Ссылочка сверху будет.